На сегодняшний день уже почти 20 тысяч анапчан, не выходя из дома, получают или меняют паспорта, регистрируют автомобили, записывают детей в очередь в детские сады, узнают о задолженности перед налоговой службой, свой ИНН и состояние лицевого счета в пенсионном фонде. И это далеко не полный перечень услуг, которые можно получить с помощью удобного портала. Более того, пошлина оплачивается через портал с 30% скидкой. Пользоваться этим порталом очень удобно. Там есть определенный набор услуг, которые... Портал формирует автоматически по жизненным ситуациям, они сформированы. То есть, к примеру, это рождение ребенка, постановка в детский садик. Пользователь выбирает определенную жизненную ситуацию и автоматически подбирается набор услуг государственных и муниципальных, который связан именно с этой ситуацией. Для создания личного кабинета в системе нужно указать паспортные данные, СНИЛС, электронную почту и номер мобильного телефона. И для подтверждения учетной записи необходимо с паспортом обратиться в МФЦ, Управление пенсионного фонда или Центр занятости населения.